Ну скажи, тебя на вождение все устраивает? Да. О чем мне разговоры идут ненужные с твоих уст? В смысле? В прямом смысле. Ну, вспоминай, что ты и кому говорил. Ничего никому не говорю. Уверен? Да. Ну, Гоша у меня один обучается. Ну, я никому ничего не говорил и ни на что не жалуюсь. Ну, а есть инфа, что есть? Как она может есть, если ее нет? А если тебе аудиозапись предоставлю? Как ты звонил? Давайте. Не, я реально, типа, меня все устраивает, и никому ни на что не жаловался. Ну и правильно, потому что это пранк. Ребят, первый есть. Даже камеру не заметил. Осталось еще много. И вот такой будет сегодня влог. Буду всех пранковать. Буду всех обвинять бессовестных вот этих вот. Лицо видели? Да, вот это. Я ничего не говорил, ничего не делал, мне все устраивает. Ну и мразь же я. Пускай, поехали. За твой язык? Ну, за то, что ты говоришь лишнее. Что ты учиться у меня не будешь. Ну, что тебе здесь не нравится, что тебе тачка не устраивает, все в этом духе. Сука, не повелась, да? Бля. Так, ребята, блин, я пыталась, короче, это понял? Ну, типа, сыграть, но, блин, я зажала. Короче, она не повелась. Гоша повелся, она не повелась. Так, ладно, продолжаем. Так, заводи, пристегивайся, поехали. У тебя глаза слишком. Блин, я не могу так играть. Вон, бля. Алло. Да, крафчик есть у меня такой. В смысле, очистим? Тридцать один ноль шесть ноль шесть. Ага. Ну сейчас туда в офис перезвоню. Ага. Все, пока. Я говорю, за что тебя могли отчислить? Ну какую числить? Ну ты на теорию ходишь? Да, номер какой-то. Я уже протестовал, я уже забыл. 301-06-06. Это пранк. Чего? Это пранк. Ладно, ладно. Что, повелся, да? Аж вспотел, да? Да, ну ничего. Я серьезно. Прости, пожалуйста. Здрасте, буду должна. Еще раз слова какие были там? Пиздец, тупая голова. А, да, это самое. Короче, смотри. Блин, ну хватит, я даже тебя снимаю. Да, все. Приветики, приветики. Так, у меня тебе вопрос. Почему, пока ты ехала, мне звонил твой муж? Вот я даже на видео это сниму. Как звонил? Молча. Нормально. Ты сказал на парковой, вы встречаетесь на ЖД. Иди, хорош, не гони, у него нет твоего номера, ты прикалываешься. Бля, значит, ребята, почему, смотрите, вот уже четвертый пранк, да, две девчонки понимают этого, а вот пацаны пранков не понимают. Вот. Пацаны ведутся, да? Да, пацаны ведутся, девчонки, ты покрасилась? Нет. Нет? Ты такая секс. О, хорош, вообще устала, бежала, ехала. Да, ребят, продолжаем пранковать, ждем следующую. Сегодня последнее занятие с тобой проводим, и у тебя Шкода. Да? Я даже видос на эту тему снимаю. Начальное видео. А что это так? Все, ухожу. Куда нам? Нам направо. Там уже обо всем договорились, поэтому там будешь заниматься. Да не. Бля, все один. Уже был видос. Да? А что, уже все, спалился, бля? Да. А тот, кто внимательно слушал, молодец. Точнее, смотрел мои видеоролики, не повелся. Так, Свет, у меня к тебе такой вопрос. А, я понял. Ладно, садись. Так, Тань, значит, сейчас поедем на этот, как его... Что? Ничего, я поняла. Что? Это шутка. Да господи, вот третий пранк снимаю. Вот, блин, одна повелась, вторая повелась. Я ее назвал сначала Светой, потом Таня. Она такая, блин, я все поверила. Да, слез, думаю, я забыл, как тебя зовут. Короче, ребят, такой влог получился очень интересный. Влог пранк сегодня всех учеников пранковал. И очень поверили только в основном пацаны. А девчонки не верят. Вот, не верят. Один всего лишь пацанчик, вот Денис сейчас вышел. Вот он единственный поверил, что это пранк был. Всем спасибо. Ставьте лайк, подписка, если вам понравилось это все. Увидимся в следующих выпусках. Там лайк, колокольчик, там. Всех обнял. Чао.